Привет, друзья! Видите, какая красивая погода. Вот у нас каждый день такая. Слышите, трактор курсирует и днем, и ночью разгребает дороги. Муж уже тоже разгреб. А что, сейчас опять наметет так же. Красиво как. Соседи сейчас. Родня приедет тоже разгребать. Вон он, трактор. Ну ладно, хоть разгребают дороги, а то иначе вообще не проедешь, не выйдешь, кому на работу. Ой, красота. Ну и ветер, конечно, естественно, есть. А я тут собралась гороховый суп варить. Кости, ребра, луковица. Потом я ее поймаю, две картошки. Горох потом буду туда ложить. Здесь будет у меня мужу плов. Свинина, немного лука, морковка. Все это обжарю. И вот купила рис для плова. Засыплю этим рисом. Это горох для горохового супа колотый. Это из морозилки достала перец. Вот сколько. Это одна я буду есть, муж это не ест. Помидоры. Вот, это тоже перец. Ничего не делаю, лежу в телефоне, а килограммы-то набираются. Но вот решила разморозить и просто так поесть. Не люблю, конечно, не люблю мороженое. Ну, а что делать? Надо. Конечно, легче сделать бутербродик с чем-нибудь. Вот, но это же лишнее, все откладывается, откладывается к талии, по кусочку талия делается толще, толще. Вот так, что я буду себе зеленью. Вчера вот рыбу судак жарила, муж поймал. Вот это осталось, он доест. А у меня кислая капуста со свежей и рыба, тоже судак. Там он, муж, работает. Опять снег уже намело. Вот, и опять он. Это у меня тут хлеб лежит в холоде. Снег немножко прекращается. С 11 мороза на ноль. Опять откатилась. Вот в ведрах тут стоит картошка. Вот под этим укрытием тоже стоит картошка. Туда-сюда тягаем. Вот эта курячая здесь стоит. Еда, мешанка. С новым комбикормом, с хорошим, стали очень мало есть мешанки. Уж очень им нравится новый комбикорм. Питательный, дорогой. 1000 с лишним мешочек стоит. Не знаю точно. Муж тоже забыл цену. А вот эту пшеницу хочу все-таки им не так прорастить, чтобы вот как проклюнулась, они ее не очень. А хочу им отдать, когда трава нарастет вот такая приблизительно. Нарастет,
корни сплетутся, и я прямо ее отнесу, положу им. Даже можно на пол положить или в какое-нибудь блюдо. Да и в это, не, это они будут таскать в тяжелые, и пусть клюют. И вместе с зерном, я думаю, ее съедят. Это моя зелень, вон горох начинает проклевываться. А здесь нет еще. А это вот полила. Она тут полила вся, но она выпрямится. Ее надо немножко развернуть. Она к солнцу тянется. Это моя рукола. Вот. Эта тряпочка у меня, я тут поливаю, когда плескаю, приходится подтирать. Да, снег прекратился. О, откуда у антуриума росток полез? Надо же. И вон там тоже росток лезет. Перо истребиное, это мы в лесу нашли. Я его цветок тыкаю. Это у меня мох здесь. Кладу на поверхность мох. Ну, а что у меня в рассаде? Здесь еще ничего не сходит, петуни не сходят. Я уже утром глядела. Лук тоже еще не сходит. И помидоры вот эти не сходят. А 4-5 взошло. Но мне, в принципе, хватит. Мы их не особенно едим. Вот. Я про помидоры сказала. Это перцы. Помидоры я еще не сеяла. 5 перцев мне хватит. Вот. Здесь еще пока нет ростов. Булки тоже ничего. Пока. Тут, в принципе, тепло у нас на подоконнике. Здесь вот на столе прорастают. Тоже пока ничего. Это Штутгартен. Да, пока ничего. Ну, луку, значит, рано еще. И тоньки тоже пока ни одной нету. Они гранулированные, пока гранулы разойдутся. Ну, чего, не надо нам торопиться. У нас подсветки нету, поэтому будут довольствоваться вот таким натуральным светом. О, как дорожки опять замело. Сегодня он вокруг не ездил. Вон дорожки заметенные. Но прочистит. Вот сейчас вот метель закончилась, можно уже и чистить. 0 градусов у нас.